Время новостей на городском телеканале, в студии Ирина Михайлюк. Добрый вечер. В ближайшие минуты о самых важных событиях к этому часу, но прежде коротко о главном. Безопасность прежде всего. Что вам здесь не нравится? Нам все здесь нравится. Реутов получил хорошую оценку от комиссии регионального госадмитехнадзора. Смотрите, завидуйте, я гражданин. Самое главное – это помнить, где вы родились, в какой стране, в какой области, в каком городе. Помнить свою малую родину. Глава вручил школьникам их первые паспорта граждан России. Предъявите документы. Добрый день. Балашихинская ГАИ, отдел технического надзора, лейтенант полиции Корочин. Оперативно-профилактическое мероприятие проходит, тахограф, водительское удостоверение, документ на машину. ГИБДД нашла массовые нарушения у водителей большегрузов. Теперь обо всем подробнее. Реутов посетила комиссия госадмитехнадзора Московской области во главе с руководителем ведомства. Инспекторы проверили чистоту, порядок и благоустройство, побывали на десятке объектов в южной и на северной частях Реутова. Вместе с комиссией по городу проехала и наша съемочная группа. Что вам здесь не нравится? Нам все здесь нравится. Нравится? Все нравится. А что не нравится? Что не нравится? Не крепкая. Горки, вот эти вот желтые горки, они качаются как-то. Все, что на детских площадках неправильно качается или некрепко стоит, в максимально короткие сроки устранят и отремонтируют. Бдительные сотрудники госадминтехнадзора не упустят ничего. Их внимание сосредоточено на безопасности граждан. Безопасность и стала главной темой визита в Реутов главы госадминтехнадзора Московской области Олега Баженова. Вот этот элемент надо отремонтировать. Да, отремонтировать. Это опасно. Руку там засунуть или еще что-нибудь полезное. Для оперативного решения выявленных проблем все замечания на месте записывали представители администрации, управляющих компаний и регионального оператора. В числе основных нарушений – повреждения покрытия на детских площадках, детали, требующие обновления, и нехватка информационных щитов. То, что касается детской игровой инфраструктуры. Работы ведутся. В этом году будет благоустроено 19 дворовых территорий. Соответственно, появится 19 новых игровых площадок. И государственный административно-технический надзор все их возьмет на свой контроль. После всех замечаний в ходе рейда приятно было услышать и похвалу. Жители Реутова порадовали инспекторов своей активностью. Мы сегодня пообщались с жителями, мы видели, вот, кстати, вот в этом дворе сегодня есть абсолютно неравнодушные люди, которые своими руками делают вот детскую игровую инфраструктуру. Это очень здорово, это классно. Они очень скромные люди, они отказались там подойти показать, но мы все посмотрели. И вот когда есть такие люди, то в городском округе будет все нормально. По мнению руководства госадминтехнадзора, Реутов заслужил неплохую оценку за чистоту и благоустройство города. А следить за устранением выявленных нарушений – теперь задача инспекторов территориального отдела. Елизавета Черняева, Александр Попов, телеканал Реутов. 12 молодых людей получили паспорта из рук главы городского округа Станислава Катарова. Церемония вручения прошла в администрации. На мероприятии присутствовали депутаты Совета депутатов Реутова, ветераны, родители юных реутовчан и их педагоги. Станислав Катаров в напутственной речи пожелал виновникам торжества быть ответственными и смелыми. Самое главное – это помнить, где вы родились, в какой стране, в какой области, в каком городе. Помнить свою малую родину, своих учителей и, конечно же, своих родителей, которые дали вам эту жизнь, которые помогли вам стать теми, кто вы сейчас есть. Я уверен, что именно вы сможете ответить на новые вызовы и с честью их пройти и провести вместе с этими вызовами, с их победами нашу страну, нашу Россию, наш город Реутов к новому светлому будущему. Я поздравляю вас. Добрый путь. Кроме паспортов, ребятам вручили книги «История государства российского» Николая Карамзина. Я рад. У меня небольшая гордость есть за то, что я получил паспорт. У меня есть чувство радости, то, что я через 4 года смогу выбирать президента. Поздравляли ребята и родители, и педагоги, а завершилась церемония декламации произведения Владимира Маяковского «Стихи о советском паспорте». А прямо сейчас обзор основных новостей региона.
8 тысяч дольщиков получили ключи за 7 месяцев 2019 года. Губернатор Андрей Воробьев в понедельник сказал, что до конца года в планах правительства Подмосковья вручить ключи еще 19 тысячам дольщиков. В мае-июне этого года в регионе признаны проблемными 2000 квартир в строящихся домах. 202 тысячи жителей Подмосковья прикрепились к поликлиникам через портал госуслуг в этом году. На заполнение такого заявления уходит не более 15 минут. Для прикрепления нужны документ, удостоверяющий личность, и медицинский полис. Ответ о результате приходит в течение одного рабочего дня. Возможность электронного прикрепления к медицинской организации в Подмосковье введено с 1 марта 2018 года на региональном портале госуслуг. Объем отгрузки товаров собственного производства в Подмосковье вырос почти на 11%. В первом полугодии объем отгрузки товаров собственного производства составил 1 триллион 410 миллиардов рублей, а за аналогичный период прошлого года – 1 260 миллиардов. Средняя заработная плата по итогам первых пяти месяцев 2019 года в Московской области выросла на 7,5% до 53 300 рублей. 300 воинских захоронений восстановят на территории Подмосковья за счет федеральных средств. Акция пройдет в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в будущем году. Будут восстановлены около 10 тысяч воинских захоронений, установлены более 6 тысяч памятных знаков, нанесены около 250 тысяч имен на мемориальные сооружения воинских захоронений. На эти цели планируется привлечь свыше 5 миллиардов рублей, из которых почти 4 миллиарда – это средства федерального бюджета. Мы продолжаем знакомить вас с новостями дня. Более 1200 комплексов фотофиксации установлено в Подмосковье. Из них больше 1000 стационарные и около 200 мобильных. Однако во время проверок было замечено, что комплексы находятся в неявных для водителей точках. Проверяющие, среди которых были представители общественных организаций, выявили, что большинство мобильных комплексов фотофиксации никак не обозначаются предупреждающими знаками для водителей. Много нареканий получают и передвижные комплексы. При этом отмечается, что система фотофиксации хорошо справляется с профилактическим заданием. За первое полугодие было выписано около 8 миллионов в постановлении о штрафах. На дорогах Реутова прошла операция «Тахограф». Такие приборы, контролирующие время труда и отдыха водителей, должны быть установлены на всех большегрузных машинах. Часто в целях экономии владельцы игнорируют требования установить тахограф. В рейд ГИБДД по улицам города отправилась и наш корреспондент Елизавета Черняева. И сама убедилась, водители, пренебрегающие правилами безопасности, встречаются довольно часто. Добрый день. Балашихинская ГАИ, отдел технического надзора, лейтенант полиции Корочин. Оперативно-профилактическое мероприятие проходит, тахограф, водительское удостоверение, документ на машину. За безопасность дорожного движения отвечает каждый, в том числе и индивидуальные предприниматели. К ним даже имеются специальные требования. Важно, чтобы водители большегрузных автомобилей не только соблюдали ПДД, но и вовремя отдыхали. За этим и следят тахографы. Когда он останавливается отдыхать, он переключает в режим отдыха. Когда осуществляет езду, переключает в режим работы тахографа. И, соответственно, любой сотрудник госавтоинспекции, а также водитель сам может распечатать тахограмму, где будет все видно, во сколько он выехал, где он осуществлял отдых, с какой скоростью он ехал. За время рейда сотрудники госавтоинспекции выявили 7 нарушителей. Сами водители или их начальство не позаботились о наличии тахографов, а это административно наказуемо. За отсутствие тахографа или с нарушением на водителя накладывается административное наказание от 1000 до 3000 рублей. На должностное лицо, которое осуществило выпуск транспортного средства на маршрут, накладывается административное нарушение. Наказание от 5000 до 10000 рублей. Аварийность на дорогах – одна из ключевых проблем на сегодняшний день. Только за третий квартал этого года произошло более 120 тысяч ДТП. Однако профилактические работы сотрудников ГАИ все-таки приносят свои плоды. По сравнению с прошлым годом количество аварий сократилось на 20 тысяч. Елизавета Черняева, Александр Попов, телеканал Реутов.
Ночь уличной астрономии прошла в Реутове в эти выходные. Все желающие через телескоп могли посмотреть на Сатурн и Юпитер, узнать о современных исследованиях Солнечной системы и даже познакомиться с астрономической живописью. Полюбовались звездами и наши корреспонденты. Ух ты! Тут дальние дома видны. Так близко. Еще светло, и в телескоп пока не видно соседние планеты, но ребята уже увлечены. Рассматривать городские ландшафты и детали природы вблизи тоже интересно. Впрочем, пока солнце не село, на фестивале есть чем заняться. На другой площадке у нас располагается планетарий. Тоже мы смотрим новинки, последние в этой области, о планетах Солнечной системы и о строении нашей Солнечной системы. Сегодня с нами работает Юрий Рождествен, это автор проекта «Маленький самолетик». Ребята мастерят самолетики и запускают их. Фотозона от Анны Пименовой в космическом стиле. Фотографии можно будет посмотреть в социальных сетях парка. У всех, кто пришел на ночь уличной астрономии, также была уникальная возможность увидеть и даже потрогать коллекцию фрагментов небесных тел. Ее автор Тимур Кричко недавно прилетел из экспедиции в Чили с новыми впечатлениями. Именно этот тип препаратов, он подходит для исследований современными приборами, электронным пучком. А классические геологические препараты старые, они покрывались покровным стеклом, и их нельзя исследовать пучком, только в оптический микроскоп. Поэтому это вот ценится такая работа и считается искусством. И все-таки самое увлекательное – рассматривать звезды и планеты в ночном небе. После таких уроков на свежем воздухе, которые провели организаторы во время фестиваля «Ночь уличной астрономии» в Реутове, равнодушных к космосу не остается. Ни среди детей, ни среди взрослых. Елизавета Черняева, Александр Попов, телеканал «Реутов». Температура ниже нормы и дожди ожидаются в московском регионе на этой неделе. В Москве и Подмосковье значительно похолодает, сообщает Гидрометцентр России. Южный циклон плавно уходит на Урал с понедельника по четверг. Столбики термометров покажут плюс 14-16. Ночные температуры в это время будут ниже, от 6 до 12 градусов. В пятницу и субботу потеплеет, днем 18-23, а ночью плюс 9-14. И всю неделю, кроме пятницы и субботы, ожидают кратковременные слабые дожди. Теперь более подробно о погоде на завтра. По сообщениям синоптиков Гисметео, утром плюс 11, облачно и небольшой дождь. Днем переменная облачность и 15 выше 0. Вечером дождя не ожидается и 13 градусов тепла. Ночью вполне вероятен дождь и плюс 9. Пока это вся информация к этому часу. В завершении напомню, если у вас есть новости, расскажите нам о них по телефону 791-8802. Также можно присылать сообщения на наш электронный адрес tvreutov@gmail.com. На этом все. До встречи.